fasttrader.ru. Золото в Terra Online, круглосуточная доставка за 5 минут. Ссылка в описании. Всем привет, ребята. Сегодня с вами Нитрич, играем мы в Terra. Сегодня речь пойдет о прокачке персонажа. Как вы уже знаете и слышали в моих видосах, то что я не раз говорил о том, что можно как персонажа прокачать на квестах, как в данжах, так и можно просто убивая монстров. Ну и по пути брать какие-либо квесты. В моем случае это только монстры и только данжи без всяких квестов, потому что цепочку квестов я прервал еще на 30 уровне. Так как я не очень люблю. Так вот, сегодня речь пойдет о монстрах и прокачке на них с 51 левела. Такая классная локация находится у нас, сейчас скажу где. Находится она в Силванот. Это 50-59 левел, как видим на карте. Где же именно расположен? Это город Драгонфолл. Телепортнувшись в Драгонфолл, вам нужно спуститься в правую сторону вниз по карте, пробежать по дороге, и вот этот вот перекресток вам нужен будет. Чем же хорош этот перекресток? Вот, смотрим. Количество монстров здесь просто зашкаливает. Итак, как раз таки сейчас, когда я решил записать, пришел какой-то лучник. Не знаю, удастся ли собрать большой паровоз. Но сами видите полностью всю картину в целом, то что здесь очень и очень большое количество монстров. Еще когда на 51 вы сюда придете, как раз таки начнут падать куски на аватара оружия. И сейчас на 55 начали падать новые куски на новую пушку. То есть сразу две пушки, получается, здесь можно собрать даже. Я очень сильно удивился, когда после вылез из данжа, из 48-го данжа, пришел сюда вот буквально с утра, и начали падать снова куски уже на новую аватар-пушку. Ну, у меня сейчас небольшие проблемы с монстрами, потому что, записывая видео, забыл бафнуться. Ну ничего, сейчас мы это исправим. Все так же использую я дешевые чармы, по которым по одной голде. Не вижу смысла пока что топовые юзать, которые по 8. Хотя бюджет не позволяет. Так вот, также на этой локации... Что здесь вообще монстры могут сделать с вами, да, если вы играете не за такой класс, как Берсерк, допустим. Эти мужички на конях, они сбивают с ног довольно-таки хорошо, приходят в ярость, они краснеют. Ну а вот эти маленькие, которые бегают с ними, вообще никакой опасности не представляют. Когда собираете паровоз, вполне даже можно тупо их перепрыгивать на маунте. Вот такая вот замечательная локация с кучей мобов, и тут качаться можно вплоть до 56-го, я так считаю. То есть вы пришли сюда 51-м, 50-м, 51-го апнули, штраф по ДПС упал, сравнялись с монстрами и начали спокойно их фармить и плюс выбивать куски на аватар-пушку. А чем больше монстров, как мы знаем, тем больше шанс, то что выпадут кусочки, да что такое-то. Вот сколько я кусков выбил. Я буквально за две полоски опыта выбил. Так, три куска. Ну вот, видите, я только что убил кучу мобов. И вот, пожалуйста, лучник ушел. Очень-очень-очень много здесь монстров. Спасибо, ребята, что смотрите мои видосы. Подписывайтесь на канал YouTube, а также заходите в группу ВКонтакте. Ну и, конечно же, я вас всех жду на своих стримах. Всем удачного дропа и пока!